Дисклеймер. Привет, я Третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить растения против зомби мод Брутал. Эх. Да, видимо, теперь придется уточнять, что это версия. Эх. Потому что я ее, видимо, в записке активирую. Я думал, это Брутал мод и Брутал мод. Нет, смотри, Брутал мод и Экс. Это, видимо, разные версии чуть-чуть. Ну, что поделать. Так, давайте ставим так. Ну, нормально, я думаю, нормально. Это мне написали один из сложнейших уровней. Только вот я забыл, за ночную карту или в игре. Нет, все, нет. Я опять поставил подсолнух в конце. Это напрягает. Ну, когда прошел уже 40 раз играл в растения против зомби. Ну, вообще больше, но на записи. 40 видео, когда ты играл в растения против зомби и ставишь всегда одну и ту же тактику. Со временем к ней привыкаешь. И уже на автомате, даже не задумываясь, ставишь и все. Но нам надо думать, поэтому ставим вот так вот. Далеко, по-моему, поставил, нет? Двойной подсолнух. Нет, нормально. Кстати, по-моему, мы монетки уже собирали, правильно? А кошелька у нас нет. Что за прикол? Кидалово какой-то. Ага. Так, пока у нас все удачно. Подсолнухов побольше. Мне еще сказали, что это фиолетовое растение, которое пожирает, оно отрыгивает и в этот момент работает как чеснок, или оно всегда, когда жует, работает как чеснок. Вот это мне интересно. Если только в момент отрыжки, то это всего одна секунда, это бесполезно. А если всегда, то это прям отлично. Ну, или хотя бы пока жует, тогда это было бы замечательно. Ну давай. Я вас понял. Так, справится? Ну да, надеюсь. Да, успели, молодцы. Так. С конусом это плохо. С конусом плохо, но я не хочу пока что тратить солнышки. Не хочу. Нет. Лучше пускай этого схавает, и я поставлю еще одного бесплатного. Тем более, сколько у него тут здоровья. Ну, нормально. А вот этот, конечно, мешать сейчас будет. О, отлично, еще. Так, отлично, с этим, надеюсь, справимся. Да, с этим справимся, но вот здесь вот тогда будет тоже мешать. Ой-ой-ой, давай вот так. Ай-яй-яй, сверху же еще идут. Так, газонокосилка, так, быстренько. Здесь надо решать вопросики. Быстро. Так, здесь что, 140, 90? Ладно, сделаем пока так, потом выкопаем. Нет, ну быстрее стреляй, ты можешь не успеть. Успел, молодец, но только долго очень. Так, я понял, там с ведром сейчас тоже. Справимся, я тебя не заметил. Зараза, а, какая. Ладно, допустим. Главное не расслабляться, давай не расстраиваться раньше времени. Ага, вижу все. Так, с газетой без ведра, это тот, который идет супер быстро. Справится, я надеюсь. Ну давай, газетой, долбани его. Фу, газеты арбузом, я имею в виду. Так, делаем так. Так, ну с этим справимся. Да. Отлично, еще один подсолнух вместо вот этого, видимо. Кто там вот здесь вот нужен? Так, вот здесь идет, мне не нравится. Ладно, с этим справились, допустим. Вот здесь вот тоже надо. Ай, как мы сильно не успеваем-то, а? Давай так. Здесь что, справимся? Вряд ли. Делаем так, но с конусом вряд ли прокатит, да? Ну, вряд ли. Тогда сделаем так, и на всякий случай еще и вот так горох. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай вот сюда на всякий случай вот так поставим. Ой-ой-ой, сверху. Ну, с ведром он просто начинает быстро есть. Значит, там, по идее, орех стоило бы поставить. Да? Давай поставим орех. Так, бесплатный ставим против ведра. Ага, молодец. Здорово. О, тебя я не заметил! Как так-то вообще? Ну, нас и здесь надо, и вот здесь. Да, это реально один из самых сложных уровней, видимо, будет. Ну да, здорово. Уже все полетело. Давай так. А, ты еще даже не умер? Ну, у тебя мало здоровья осталось. Так, допустим. Ну, с тарзанкой убили сейчас, видимо. Тарзанка появится, естественно. И абсолютно не на ту... Футболист! Ты издеваешься? Ну почему он? Ну зачем? А у тебя сколько? А, ну у тебя 1500 здоровья, здорово. Ну как мне его выиграть, например? О-о-о. Понятно, ну не прокатило, видишь? Не повезло, потому что в прошлый раз, сколько мы, раза 3, наверное, сыграли
неправильно сказал, раза три, наверное, проиграли, и футболиста у нас не было. Его и тут не должно быть. Но это, видимо, Тарзанка. Тарзанка, наверное, может, что захочет ставить. Ну, может, картофельную вместо ореха. Так. Ну, в любом случае, у нас на фиолетовый вот этот живуна не хватает просто. Солнышек не будет хватать. Понятно. Просто рандом, рандом. Это нехорошо. Не сильно-то мне везет с рандомом. Хотя, когда как. Иногда могу в новую игру зайти и сразу выбить самое топовое оружие. И все как бы. Вообще шикарно. А иногда прям жестко не везет. Из двух вариантов выберу не тот. Ну вот видишь. Ну вот с конусом как нам сейчас бороться? Да-да. Так, ну не справится, не справится. Ладно, давай так, так. Стоит ли пока бесплатно еще сюда ставить? Да нет, пока не стоит. Пока поставлю вот сюда. Зря так долго тянул. Да вы что, издеваетесь? И сразу этот. Ой, твою мать. Ну, против этого надо только горох ставить, потому что, ну, ничего больше не справится. Бесплатных сколько мы бы не поставили, 1500 это слишком много. О, сейчас еще бобслеисты пойдут, здорово, да. Мне надо подсолнухи, 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 быстрее. Уже жопа началась. Ну круто, да, против ведра много я что сделаю. Ага, он сейчас злой побежит, и что? Сколько у него? 1000 осталось еще здоровья. Давай так. Но он, по-моему, урона наносит довольно-таки мало. Справится тут бесплатный. Вообще не уверен в этом. О, отлично, справился. О, еще и против ведра пошло, отлично. А вот здесь вот задница. Ну видишь, я подсолнухи не успеваю ставить. Ну куда? Сейчас жестко не везет. Очень сильно не везет. Как так-то вообще? О, то есть не справился, серьезно. Обидно, обидно. Но это опять придется ставить. О, да-да-да, молодцы. Придется пока так, чтобы задержать немного. Давайте солнышко хоть что ли. Но вот смотри, у меня и сверху идет, и снизу тут. Ой. А у меня сверху подсолнухи. То есть, если он съест подсолнух, то... А он сейчас съест его. Так, справился, молодец. Но мне надо солнышко. Успеет, не? Не, не успел уже. Ладно, сверху пускай уже идет, там еще тем более два конуса идут. Это уже плохо. Газонокосилка. А, кстати, а все, получается, солнышки мы уже больше не сможем взять, правильно? Все, получается, солнышки мы не сможем больше использовать. Смотри, у нас 0 подсолнухов, соответственно, а ночью они не падают. То есть мы уже никак не выиграем этот уровень. Капец. Значит, что-то не так делает, да? Что-то не так. Что? А как тогда стоит делать, а? Давай вместо подсолнуха, наверное, гриб попробуем. Может, прикол в этом? Не знаю, не знаю. Делаем так, потом вот сюда вот ставим. Угу. Да, наверное, грибами здесь, хоть они и меньше солнышек дают, но зато... Чаще. Да нет, да, кстати, мы быстрее их будем копить. А, ну да. Сразу с конусом, ну ё-моё. Давай быстрее бесплатный. Да, это, конечно, я поздно поставил, ладно. 500 здоровья. Но не, не прокатит, не прокатит. Я думаю, сожрет всех двоих. Поэтому на всякий случай вот так поставим еще. Там, если что, выкопаем уже. Ай. Так. О, смотри, справились. Ну, конечно, их двое было. Да-да-да, бесплатные. А еще один. Так, и бесплатно, если что, вот сюда вот поставим. Надо будет ставить? Да, надо будет. Так, на эту линию тоже нужно.
Быстрее, быстрее, быстрее. Так, но везде у нас плюс-минус защита есть, правильно. Вот так вот поставили, да, замечательно. Но вот здесь вот только слишком близко успеет подойти. Все, солнышки у нас все посажены, отлично. А, нет, ну вот здесь, но вот здесь сейчас заменю. Так вот, так вот. Хорошо. Бесплатный, давай лучше тут поставим, ну, потому что это, ну, слишком далеко. Его сейчас тоже надо будет выкопать. А теперь копим на ледяной, либо на такой сильненький. Угу. Успели накопить, конечно. Вот так вот против... А, ледяной замораживает ледяного, нет? Да, замораживает, отлично. Так, ну вот здесь вот два обычных. Ну, один еле-еле может справиться, два не справится. Так. Нет, этот идет. Ну, с этим, ладно. Время долго тянуть нельзя, вот тем более там уже ведро пошло. А что это случилось? Только что какой-то звук был. Не. А, вырос гриб, все понял. Так, здесь. Но давай как-то поактивнее, что ли, а? Может, не успеть. Ставим так. Да, ледяной, наверное, вот сюда вот стоило ставить. Так, с ведром. Уфу, с газетой. Так, у меня уже в глазах плывет. Что происходит? Что? Так, с этим справимся? Нет, не справимся. Подожди, нужно бесплатное сюда. Так, поактивнее как-то стреляйте. О, раздавил. Я забыл, что с газетой он может давить. Так, вот здесь вот у нас плохо все идет. Так, вот здесь вот поставим. Дальше ставим так, но вот здесь вот стоит выкопать пока. Так, вот здесь тоже стоит поставить. Нет, здесь пока не стоит ставить. Ставим так. Откуда сверху идет с ведром. Давай на всякий случай перебьем его, пока есть шанс такой. Здесь тоже можно выкопать. Мешать будет. Так, здесь оставим бесплатный. А чё ты не ставился? Так. Двойной пока рано ставить. Так, вот так ставим, потому что там с газеты... А, с газеты уже... А, у меня там три обычных, я не заметил это. Я не могу сейчас уследить, кто где идет, понимаешь? Слишком много идут. Так, чё там, повырастали грибы? Молодцы. Все, я понял, для чего нам грибы. Ну, просто в обычной версии они реально бесполезные. Вот эти солнечные грибы. Они реально прям, ну, вообще не нужны нам. А здесь нормально, да. Здесь они могут пригодиться, согласен. Так. Все, если что, вишневую бомбу могу купить. Обычную не могу купить это. Что? Слышишь? А это вообще нечестно. Кто так нахер делает? Нельзя сразу так сажать. А этот... А, ну, видимо, с тарзанкой тоже, да? Давай вот так вот делаем. С газетой. Вижу, идет с газетой. Стой, пока не уничтожь его. Он будет давить просто, да? Есть, но тут еще один есть. Так, сверху нужно. Вот так ставим, хорошо. Так. Успеет, молодцы. А где? Вот сюда давай поставим. Ну, тут опять с газетой нужен обычный. Так, поставил. А, тут эти будут блокировать путь. Стоп, нужен бесплатный. Вижу, поставил. Где? Что? Сверху с газетой идет. Вишневая бомба там нужна. По-другому мы там не выдержим. Так, хорошо, сделали, поставили. Ставим так, бесплатный, потому что он сейчас разозлится, будет быстро есть. Газонокосилка внизу, справились. Так, сделали, вот так вот, отлично прокатило. Бесплатный гриб поставили. Так, отлично, уничтожили. Это идут. Так, надо за 175, отлично, есть. Но там, нет, там солнышко есть. Отлично, прокатит, да, проезжает, солнце есть, монетка, собрали, я не успеваю. Газонокосилка не зря поставил, надеюсь, нет. Нет, не зря, молодец. Так, идет с ведром, бесплатный пока нам не надо, за 50 тысяч. Почему я за 50 называю его бесплатным? Так, ну здесь, надеюсь, справится, очень сильно надеюсь. Так, давай и так ставим. Так. Нет, тут вишневую бомбу поставлю, я не хочу рисковать. Почему тут ледяная дорожка появилась? Твою мать. Ну ладно, не критично. Хотя нет, почему? Нужны солнышки. Вот этот нужен нам. Нам нужен этот. Но как? Ага, отлично, есть. С ведром. Он быстро есть будет. А бесплатный пока не накопился. Собираем. Бесплатный есть, поставил. Ну давай быстрее. Колебал. Давай, так, солнышко, монетка есть, так. Газонокосилка у нас есть, со звездой, которая стреляет. Так, но тут все равно бесплатно нужен. Взорвался, ну хер с тобой. Давай, так, хорошо, все пошло. Ломаем. Бьем. Так, хорошо, бесплатный нужен. Так, поставили. О, этот уже так близко подошел, а там еще и с ведром. Нет, с этим мы не прокатим, скорее всего. А мы тут даже поставить никуда не можем, да? Здорово.
Здорово. Ну и как? Как с этим бороться-то, а? Короче, выкопаем на всякий случай. Делаем так. И тогда уже ставим бесплатное. Хорошо. Идут. Тут ледяную дорожку. Как мне убирать сейчас? Это вообще странно. Так, хорошо. Идут. Бесплатно. Пока никуда не надо сажать. Но на всякий случай вот здесь посажу, чтобы задерживать их. А, тут могила стоит. А я ее даже не заметил. А, ну это только что могила появилась. Потому что мы того убрали. Давай на всякий случай тут двое бесплатно еще. Чтобы побыстрее этого снесли. А сколько у тебя здоровья? Слишком много. Давай. Чтобы тарзанка слишком близко не упала к нам. Ай-яй-яй, вот этот ряд прям слишком тяжело идет. Ой. Ну куда, футболист? Нет, подожди, у меня вот здесь вот. Я вижу, что творит, подожди. Охереть, с пулеметом, но это плохо прям. Да подожди, не то, подожди, я не успеваю. Да, ты, у тебя убьют вообще, нет? Да, наконец-то, та, ёб твою мать, а бесплатно надо. Вот так, ай, уже не успеет. Ну давай, добивайте. Фух, ну если что, газдон на косилке мы все сохранили еще. Ай-яй-яй-яй, быстрее я бей его. А что там бесплатно, что ли, уже нет? А здесь опять он съел грибочек, ладно. Нет, ну куда с газетами-то вы идете? Давайте, ну и у вас хорошо, всех быстро посносили. Но в любом случае, вот сюда надо бесплатники поставить. Ну, забей, я его почему-то называю бесплатником, я не знаю почему. Наверное, потому что те способности, которые у него есть, могут только бесплатно использоваться. Так, давай, так, хорошо, этот с ведром идет, с ведром, это плохо. Надо ставить хоть что-то, чтобы его задержать. А, твою мать, он сорвался, не обратил внимания. Так, идут, этих убирают, этих нет, подожди, а здесь слишком тяжело будет идти. Здесь сделаем так. Так, бесплатный, держим пока, держим наготове. Сколько у тебя здоровья? 600, нормально. Подожди, оп, поставил. Так, сейчас мы... Ох, справились. Обрати внимание, без единой газонокосилки. Ну, это почти весь выпуск потратил. На это. Да, это было жестко, слушай, это очень... 750 за что? Ты мне предлагаешь купить? Ну, скорее всего, еще одно место, да? Ну, скорее всего, я не знаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, еще одно место. Скорее всего, я не помню, сколько их было. Но было 6, по-моему. Мы выбирали так. Нет, вы так выбрали. Да, и одно место остается, значит, это оно. Сложно. А сейчас какая тактика мне нужна? Я-то не знаю, сейчас опять новая волна. Давай пользуемся той же самой, там посмотрим. Через один защита. Я их специально подальше ставлю, чтобы зомби не успели их съесть. Кстати, монеты... Нет, все-таки монеты у нас копятся. Но у меня что-то их не отображается. То есть мы практически их не собираем. Хотя нет. Да, ёб твою мать, в предыдущем раунде-то мы собрали. Тут нужен еще один бесплатный. Быстрее. Быстрее! Ну, не факт, что двоих успеют, но как минимум одного успеют уже съесть. Это плохо. Но второго-то успеют уничтожить, правильно? Так, ставим так. Неужели? Нет, но этого укусит хотя бы раз точно. Так, сверху у нас проблема. Так, и... Ну, тут двое справятся с конусом, мы знаем. Просто одного из них съедят. Ладно, это не страшно, давай так. Уже напряженно идет. Слушай, у меня нет солнышек, нет ресурсов, вообще ничего нет. Ничего нет. А надо как-то выигрывать. Ладно, пускай идет. Бесплатный. Куда? Ну, допустим... Ага, вот сюда вот надо. 200... Ай! То есть бесплатный даже не прокатит, да? То есть нужен еще один. Но я надеюсь, так хотя бы прокатит, не? Да. Ну смотри, у него почему-то на сотке башка отваливается. Непонятно почему. Ну ладно, нам же легче, правильно. Нет, сюда я не хочу тратить. А, вот и вот еще. Так, у нас есть дымогриб. Дымогриб, ну, видимо, на второй ряд придется ставить. Что мне надо делать? Вот так вот. Я уже теряюсь. Нет, ну дымогриб это, по-моему, даже вот сюда вот лучше ставить. Дымогриб лучше даже в этот ряд ставить. Почему? Ну, потому что. Потому что это слишком далеко. Так. Так, ну дымогриб уже нужен. А у меня солнышек не хватает. Подожди, выкапываем. А быстрее. Ну. Молодец. Ставим дымогриб. Что это было? А, вырос еще один. У них такой... А,
огнемет? А ты не попутал, дружище? Ну его нахер. С огнеметом идти. Ты чё? Блять, а этот как черт себя ведет. А эти, а как горох летит, так что он не попадает ни в кого? Не понимаю. Ладно. Так что-то. А, снизу еще идет, я его не вижу. А, у него чуть-чуть здоровья осталось. Но надеюсь, гриб не успеет съесть, а то он давно стоит, он уже скоро должен. Сука, нести большие солнышки. Так, ну кабачок, сразу так устраняем. Ну да, сразу устраняем, конечно. Сразу устранили нескольких. А, нет, смотри, прокатило, оно не сильно-то. Ой-ой-ой, ну этот с огнеметом опять, да? Да, этот опять с огнеметом. Тогда вишней на тебя, тварь. Так, а ты долго что-то... Ладно, так, ставим так. А куда? Вот сюда вот мне нужна защита. Сверху вишню надо. Но вишни пока у нас нету. А бесплатный ставим так, чтобы отвлечь пока. А тут выкапываем, потому что бесплатный нам тут не нужен. Так, вы давайте мне хоть ледяные, чтобы мог использовать. Так, ну, а там? Там. Там далеко-далеко есть земля. Так, не время для песен. Ну, он сжигает слишком далеко, тварь. И тут двое их. Давай вот так вот поставим, чтобы второй успел подойти. И тогда двоих вишневой бомбой уберем. Давай, на тебе, падла. Понял, сразу двоих. Давай. Так. О, финальная волна, отлично. Ставим так. Снизу у нас защиты почти никакой нет. Что делать? А, блин, даже если сейчас пойдет с дверью у нас вишневая бомба не... Ого! Ну ты согласись со мной, да? Ну, я думаю, здесь нет смысла защищать эту линию, но я зачем-то все равно попытался. О, смотри, ну хотя бы так, но... ну эту линию, вы что, угораете, как я ее должен защищать, вы что, приколисты? А, тут еще был, но я не увидел его. Блин, хотел второй раз похвастаться, типа, смотри, еще раз без единой газонокосилки прошел, но нахер. А, тут еще и с дверью, я тебя даже не заметил. Так, вы мне солнышки будете давать? Нет, я вишневую бомбу хочу сюда поставить. Хотя зачем, там газонокосилка пускай уже будет. Ну, там, согласись, уже практически нереально пройти. С ведром убираем вот так. Этого убрали, этот, и этого добили, все. Но могила Ед нам сейчас нахер не нужен. Хотя, может, в комментариях напишет, вдруг у него какое-то крутое свойство есть. Так, хорошо. Это мы прошли. Нет, пошел нахуй. На этом все. Все ссылки в описании. Пошли, покидай, поставь лайк, чтобы не продвинулся. Также подписывайся на канал, чтобы не следующую серию. На этом все. Скоро увидимся.